Эксперты Общероссийского народного фронта направили в Минприроды России запрос, в котором просят природоохранное ведомство совместно с Генпрокуратурой страны провести экологическую проверку 32 городов, которые не предоставили данные о состоянии окружающей среды при подготовке экологического рейтинга российских городов 2017. Эти города известны: Кызыл, Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Воткинск, Иваново, Калининград, Кострома, Красноярск, Майкоп и другие. Руководство этих населенных пунктов либо вовсе не предоставило необходимую информацию об экологической обстановке на подведомственной им территории, либо намеренно предоставила неполную информацию, которая не позволяет сделать объективные выводы об экологии этих городов, сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. Он также заявил, что на предстоящем форуме действий ОНФ «Россия, устремленная в будущее», эксперты намерены инициировать процесс внедрения поправок в Кодекс России об административных правонарушениях в части усиления административной ответственности должностных и юридических лиц за сокрытие или искажение экологической информации.